творческим визитом посетил Щелковский район оркестр из Польши. Музыканты, молодые ребята из деревни Ростожево, близ города Раконевицы, с которым наш район уже 15 лет связывают дружеские отношения, встречали польских гостей в Щелковском театрально-концертном центре «Щелковский театр». Это выступление молодежный оркестр и ансамбль «Мажореток» презентовал прямо у входа в театр. Дальше ответный жест – официальное открытие выступления Щелковского оркестра и ансамбля «Распевы». В нашем театрально-концертном центре «Щелковский театр» – польский оркестр, польский духовой оркестр. Это говорит о том, что творческая дружба не имеет границ. И самое главное, я бы хотела сказать, вы видели, как они душевно и радостно выступают у нас. И мы их встречаем также с открытым сердцем. Потому что это слова требуют перевода, а чувства перевода не требуют. Думаю, что это будет хорошая дружба между жителями Раконевиц и Щелкова. Да. А лучше есть, что это будет через культуру, музыку и поэзию. Это, как сказал Джим Пейдж, что наилучший инструмент для порушений сердц для мира есть музыка и поэзия. Вот так выступление оркестра из Польши стало ярким творческим подарком и символом того, что музыка – универсальный язык, который объединяет людей вне границ и наций.